Я считаю, что логистические возможности россиян ухудшаются, в то время как возможности украинцев наоборот. Когда будет вот такое положение, тогда, я считаю, российские силы рухнут, будет кульминация. Я думаю, это, скорее всего, произойдет в августе. Они не смогут продолжать делать то, что они делают сейчас. И тогда, по моей оценке, к концу лета украинские войска отодвинут российские как минимум до линии, на которой они были 23 февраля.